Слушай, я понял, о чем ты думаешь, и я был там. Момент, когда твое тело кажется чужим, и ты скрываешь его от посторонних взглядов. Но у меня есть для тебя хитрость, которая сработала для меня, и поверь, она сработает и на тебе. Первое, что я понял, это то, что ты не обязан отказываться от того, что любишь. Еда – это удовольствие, и без него невозможно долго следовать плану. Так что я просто создал дефицит калорий. Да, ты правильно слышишь, я продолжал наслаждаться своими любимыми блюдами, но уменьшил порции, потому что комфорт в еде – это ключ к тому, чтобы не чувствовать себя в тисках жесткой диеты. Второе. Я ворвался в этот процесс с физической активностью. Ну, я тебя понимаю, страх перед первой тренировкой, я чувствовал себя неуверенно, думал, что все вокруг обращают на меня внимание, но поверь, это проходит. С каждым шагом и поднятой гирей ты становишься сильнее, и страх уходит. И лучший момент – это когда ты видишь, как твое тело меняется. Третье. Терпение. Это не волшебство, это работа. Я добился результата, и он был потрясающим. И тогда я понял, что не хочу возвращаться к старой жизни после жестких диет. Да, это занимает время, но ты достигаешь своих целей. И это стоит каждого шага. Этот опыт вдохновил меня создать уникальный продукт и систему, которые помогут каждому обрести тело своей мечты. Ты можешь стать частью этой истории, посетив ссылку в шапке профиля. Твоя жизнь полна возможностей, и она только начинается.